Сейчас я вам покажу самый простой и дешевый способ перевести старые шуруповерты на питание от литий-ионных аккумуляторов. Эти шуруповерты я купил на рынке за 50 рублей, и оба они были без аккумуляторов и, соответственно, без корпуса аккумуляторов, но это не проблема. Заказываем на Али вот такие батарейные отсеки для аккумулятора 18650. Они бывают с разным количеством секций. И так как эти шуруповерты на 12 вольт, то я просто подключил трехсекционный отсек к месту крепления аккумулятора. Зафиксировать отсек можно термоклеем или двусторонним скотчем. Теперь шуруповерт отлично работает и позволяет быстро установить любые аккумуляторы без разборки корпуса. Сами же аккумуляторы можно заряжать любой специализированной зарядкой. Я же делаю это с помощью дешевого разборного пауэрбанка. Такой метод позволяет взять с собой неограниченное количество аккумуляторов, и автономность шуруповерта возрастает в разы. Однако аккумуляторы не защищены от переразряда, поэтому использовать лучше аккумуляторы со встроенной защитой или же купить отдельную плату защиты. Также можно использовать цифровые вольтметры для контроля напряжения. Например, на моем шуруповерте уже есть простейший индикатор заряда. А с вами был Злой Элвис, всем пока!